Здравствуйте, уважаемые зрители. Попалась статья, сравнивается. Показана разница в скорости работы между первым и последним айфоном. Между смартфонами 13 лет разница. В далеком 2007 вышел iPhone первого поколения. С тех пор смартфоны значительно изменились, в том числе аппараты самой Apple. Вот решили сравнить тот самый iPhone с 2007 года с последним iPhone 12. Сравнение спецификаций этих смартфонов выглядит даже смешно. Против одноядерного процессора в первом айфоне выступает шестиядерный в iPhone 12, а против 128 мегабайт оперативной памяти 4 гигабайт. Авторам сравнения было интересно посмотреть на скорость работы смартфонов. Они взяли роборуку и начали запускать на обеих моделях различные приложения. Конечно, разница в скорости работы оказалась большой. Если iPhone 12 закончил первый круг за 40 секунд, то первый iPhone потратил на это 1 минуту 26 секунд. Итоговое время для iPhone 12 вышло в минуту, а для iPhone первого в 2 минуты 29 секунд. Вот такие различия между первым и 12-м айфоном. Насколько увеличил скорость. Такие вот технологии Apple делает. С 2007 года первый iPhone первого поколения. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, заходите. Всего доброго, до свидания.